Итак, друзья, мои первые находки на сегодня. По заходу в лес я обнаружила вот такие грибы. Давайте посмотрим, что же это такое. Посмотрим. Это вешенка. Как интересно растет. Посмотрите. Вешенка на ножках. Необычно. Пробуем по запаху. Да, вешенка. Такие ножки прям неплохие. Чистая. Вот раз, два грибочек. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вернемся назад. И вот, вот такие вот еще кучки. Очень красиво. Лес потихонечку начинает преображаться, зеленеть. Прогулка в начале февраля по лесам Краснодарского края сама по себе уже очень приятно, потому что лес начинает оживать. Такая вот замечательная красота. Посмотрите, как красиво. Все зелененькое. Весна. Небо голубое такое. Какие грибы необычные, смотрите. Пороховички, да? Не буду их срезать. Уже дымят. А этот прям, ну вообще, интересный такой, сдулся и заплесневел. Не успел подымить. А этот, ой, дымит как, смотрите. Ух, какой дым. Друзья, всем привет. Как видите, я сегодня выбралась опять в лес. А потому что у нас сегодня очень тепло в Краснодаре. Вообще термометр, представляете, показывал на солнышке сегодня 23 градуса. В общем, в лесу очень классно. Очень тепло. Так хорошо. Я гуляю уже третий час, наверное. Грибов очень мало, почти нет. Я нашла сегодня пару вешенок. Такая вот красота. Чистая, кстати, очень даже. И очень ароматная. Вот как видите. Ну и, конечно же, саркоцифа алая. Достаточно хорошее количество. Вот она, эльфовая чашечка. Видите, красная. На салат. Ой, просто шикарно. Гуляем. Идем дальше. Только посмотрите, какая красота. Посмотрите. Всему стволу просто замечательно. Саркоцифа алая. Красивые грибы. Мне кажется, тут еще вот красота. Начинают распускаться потихоньку морозники. Первоцветы наши замечательные. Вот и зацветут. Тут вообще, наверное, завтра уже раскроется. Завтра тоже обещали тепло. Вот, смотрите, какая красота. Супер.